Друзья, и мы продолжаем наш супер тренинг, и мы переходим плавно к технической части. То есть для того, чтобы уверенно, четко, много продавать и много зарабатывать, вам нужно понимать, как этот продукт работает. То есть этот продукт, он настолько крутой, я его до конца еще не изучил, но то, что я уже знаю, оно меня просто приводит в восторг. И вот то, что на сегодняшний день есть, я вам сейчас покажу в виде слайда. То есть, ребята, сервис Globox Web – это больше, чем сервис сокращения ссылок. Это сервис, по факту, который дает нам дополнительный трафик. Это агрегатор трафика с мощной партнерской программой. И так, ух ты, ребята, я прошу извинить, как меня видно, слышно. Давайте поставьте, накидайте мне восьмерок, что меня видно и что меня слышно, и что вы видите слайды. Восьмерочки поставьте, ребята. Все, супер, замечательно, молодцы. Globox Web – это инструмент для бизнеса. И здесь даже с бесплатной регистрации вы можете уже начать зарабатывать, не имея ни копейки денег в кармане, просто есть дикое желание зарабатывать, разобраться в этой истории. То есть на этом инструменте для бизнеса вы можете зарабатывать. Globox Web – это не сетевая компания, это онлайн-сервис с элементами мульти-левел маркетинга, с многоуровневой партнерской программой и с бинарным планом. И, ребята, на всех презентациях мы говорим, что на сегодняшний день ссылки – самый ходовой товар в интернете. Мы каждый день разбрасываемся ссылками. То есть вот вспомните себя, вот каждый день у вас огромное количество через вас ссылок проходит на TikTok, на WhatsApp, на YouTube, на Instagram. Вы даже не замечаете, сколько мимо вас, да, проплывает денег. Вы просто не осознаете даже этого, что вот на всей этой истории можно зарабатывать. И мы пользуемся ссылками каждый день, но ничего не зарабатываем. А кто на этих ссылках зарабатывает? На этих ссылках в первую очередь зарабатывают сервисы сокращения ссылок. Как пример, есть монополист на рынке, американская компания Bitly. Данная компания, она предоставляет услуги по сокращению ссылок абсолютно бесплатно. И вы скажете, да, а где она зарабатывает? А вспомните, как нас вовлекают в игры. Бесплатные игры. Мы заходим, танчики, вот эти вот, да, потом Dota, везде, много-много разных игрушек. И для того, чтобы мы когда в азарт заходим, там такой момент бывает, что нужно там приобрести какое-то супероружие, какой-нибудь супербластер, суперлазер. То есть они монетизируются за счет дополнительных вот этих опций. И сервис Bitly, он зарабатывает, у него 1 000 000 активных пользователей. Средняя подписка, начиная от $8 до $350 VIP-пакет. Мы возьмем средний $100 на 1 000 000 пользователей. $100 миллионов данный сервис зарабатывает ежемесячно. По году больше ярда. И он с нами не делится, он ни с кем не делится. Эти ребята понимают, и за ссылками очень много денег, за ссылками очень много информации, а информация стоит денег. И данная информация позволяет выстраивать четкие, хорошие, мощные маркетинговые программы, вам позволяет на анализе этих цифр выводить какие-то продукты на рынок и дальше продвигать их, ребята. Поэтому эти ребята, кто владеет этими сервисами, они зарабатывают очень-очень много денег. И второе, конечно же, на вот этой истории зарабатывают популярные блогеры. Они пользуются этими ссылками. Мы этих блогеров сами пиарим, их вирусный контент, их приколы, разбрасываемся. И все зарабатывают, сервисы зарабатывают, популярные блогеры зарабатывают. А мы, как обычные пользователи, как говорится, вообще ничего не зарабатываем. То есть и как нам, обычным ребятам, забрать свой кусок пирога от этого миллиардного рынка. И есть, ребята, решение. Оно очень-очень простое. Первый вариант, вы можете в этой истории, если вы совсем как бы робкий человек, если вы все там решили проверить, протестировать, если вы вообще социофоб, вы можете в пассивном режиме зарабатывать на этом сервисе, на этой идее. Что нужно сделать? Нужно зарегистрироваться на сервисе Globox Web по ссылке вашего пригласителя. Активировать годовой тариф на $33 за год. То есть это чуть больше $2.5 в месяц. И с сегодняшнего дня вот взять в привычку, как вы чистите зубы, как вы заправляете кровать. Сокращаем все ссылки, которые проходят через вас каждый день. Все ссылки, абсолютно все. Не ленимся, через телефон, через комп, десктоп, сокращаем, отправляем дальше, сокращаем, отправляем дальше. Вот с этого момента вы начинаете зарабатывать. То есть больше никогда с этого дня не отправляйте ни одной голой ссылки, не сокращенной. И каждая ссылка, которую вы отправляете в интернет, она является реферальной. Как только на нее нажимают, система Globox Web запоминает
кто нажал, когда нажал, и эту информацию хранит 365 дней. И, возможно, в какой-то момент на 364 день человек решит зайти на этот сервис и взять его к себе для, как бизнес-инструмент, от него к вам $10 прилетит. А предположим, что через какое-то время к вам по вашей ссылке какими-то неведомыми путями зайдет блогер-миллионник. Он выстроит вам огромную структуру. Поэтому с сегодняшнего дня все ссылочки, ребята, сокращаем. Голые ссылки ни в коем случае не отправляем. Следующее. Что нужно и для чего мы это делаем. То есть, когда мы сокращаем ссылку и отправляем ее в интернет, на просторы интернета, мы создаем такую невидимую сеть будущих активных партнеров. Мы создаем такую паутину огромную в интернете. И здесь работает закон чисел. Закон больших чисел. В какой-то момент где-то на том конце планеты кто-то поймет эту идею, активируется, вам прилетит $10. А дальше $2, $2, $2, $7, $2, $2. Это пассивный доход. Вы ничего не делали, вы никому не звонили, вы никого не заставляли. Вы просто сократили ссылку, отправили, все. И начинаете зарабатывать. Дальше что? Дальше нужно, если вы хотите активно зарабатывать, что мы можем сделать? В интернете огромное количество вирусного контента. В WhatsApp, в TikTok, в YouTube, в Инстаграме, то есть рилсы, вот эти вот все сторисы, это все вирусный контент. Вы можете на известности блогеров, если раньше мы их раскручивали, теперь они пусть нам тоже помогут раскрутить наши ресурсы, помогут нам заработать. Как вы это делаете? Вы к любому вирусному контенту известных блогеров, политиков, кулинаров, YouTube-блогеров, фуд-блогеров, разных людей начинаете через наш сервис Globox Web привязывать свою ссылочку на ваш интернет-магазин, на вашу страничку, на ваш YouTube-канал, на ваш Instagram-профиль, на вашего Telegram-бота, да все что угодно, ребята. То есть вы можете уже на популярности блогеров продвигать свои бизнесы и на этом еще и зарабатывать. Классная эта история? Здорово, замечательно. Так, напишите, что меня слышно, пишут, что не слышно. Я надеюсь, что все-таки эфир у нас нормально работает. И, ребята, опять повторюсь, стратегия. Скопировал, отправил, равно ноль денег. Скопировал, сократил, отправил, это эквивалент, много денег начинаете зарабатывать. Вот с этого момента, ребята, вот это вот себе зарубите себе на носу, подсеките и как рефлекс, как каждый день одно и то же. Одни и те же действия каждый день. То, что принесет вам деньги. И так, ребят, смотрите, как нужно сокращать ссылки. Заходите в свой бэк-офис, там в меню с левой стороны есть раздел «Сокращенные ссылки». Нажимаете «Сократить еще» и стрелочки здесь указываю. Просто нет возможности показывать здесь демонстрацию экрана, до сих пор не разобрался, поэтому просто в виде скриншотов сделал. И вам что нужно сделать? Вот вы выбрали, сокращение ссылки, выбрали, например, вот пример ролик мой, я записал $400 за там несколько дней. Вы сокращаете ссылочку, вот она ваша сокращенная ссылка, и по этой ссылочке вы видите, сколько было переходов. Чем хорошо то, что вы сократили ссылку? Да вы видите количество переходов, что вы понимаете, ага, это видео, значит, классное, значит, на эту тему надо записывать. Вы видите статистику по тому, по переходам. И дальше есть еще здесь статистика непосредственно в виде диаграммы. Вы видите, когда, в какие дни, сколько человек заходило, и вы даже видите, с каких IP-адресов они заходили, с какого браузера, с какого устройства, то есть полная аналитика, с какой страны заходили. То есть вот эти вещи, ребята, они вам дают понимание, когда вы в интернете двигаетесь, вам нужно понимать поведение вашей аудитории, откуда они заходят, с какой стороны, с какого там, с яблока зашли, с андроида, с компов зашли. То есть вот эта информация позволяет вам больше зарабатывать, потому что вы понимаете лучше свою аудиторию, и вот это очень крутая вещь. Следующий момент. Это я вам показал пассивный режим. То есть вы никого не приглашаете. Вы просто берете вирусный контент блогеров разных, медийных личностей, не заливаете на свой YouTube-канал, просто скопировали, сократили, отправляете дальше. Сократили, отправляете дальше. Все, вот таким вот образом вы начинаете уже делать посев.
То есть вы незримо начинаете создавать такую паутину. Все люди, которые перешли по вашим кнопкам, они уже ваши. Система за вами их зафиксировала. Чем больше ваших ссылок гуляет в интернете, тем больше денег вы заработаете. И переходим к активному режиму. Активный режим – это когда вы делаете, то есть вам нужно будет зайти в раздел сокращенные ссылки, и вы здесь ставите стабилизацию, то есть есть таймер 0 секунд, 10 секунд, 20 секунд и переход по кнопке. Предположим, вы поставили таймер 0 секунд. В этом случае что происходит? В этом случае, ребята, ничего не происходит. Вы отправили ссылку, партнер перешел на ваше видео, посмотрел, но система его запомнила. Все. Второе, есть режим, например, 5 секунд, 10 секунд вы можете поставить. Вот в этот момент начинается классная история. Смотрите, как она работает. Вы поставили режим стабилизации, например, 10 секунд, и когда партнер, когда ваш подписчик, пользователь нажимает, переходит по вашей ссылке, открывается вот такое окошко, всплывает. И или надо ждать 10 секунд, или 20, или 30 секунд. Или же, ну, многие пользователи, они не будут ждать, они нажмут на эту кнопку. И как только они нажмут на эту кнопку, сразу же активируется второе окно, то есть запускается ваша стартовая страница Globox Web. Вот здесь вот вы видите. То есть как только они нажали на кнопку «Перейти», им открывается тот контент, который вы им отправили, четко открывается, но сразу же фоном открывается ваша страница с Globox Web. Видите, как классно сделали? То есть вы-то, в принципе, ничего не сделали, и вы ниоткуда начинаете получать трафик. Следующий вариант – вы ставите вариант «Переход по кнопке». То же самое, сократили ссылочку, ставите «Переход по кнопке», и открывается также стартовое окошко, и пока пользователь не нажмет на эту кнопку, он дальше не пойдет. А вы, например, отправились вирусное видео, и он хочет его посмотреть, но не может, пока он не нажмет на эту кнопку. Как только он эту кнопку нажимает, сразу же открывается стартовая, снова открывается, например, ваша страничка на Globox Web на регистрацию. Как вариант, то есть, как принудиловка такая, в добровольно-принудительном порядке открывается наш бизнес. Но если вы не хотите Globox Web продвигать, то вы можете сделать что? Вы можете просто включить режим агрегатора. Вот этот режим, он самый классный, самый крутой. Как он работает? То есть вы заходите, вот здесь вот у вас под ссылками есть такая маленькая строчка «Режим агрегатора». Нажимаете «Изменить», и выплывает окошко «Обычное» и «Личное». Вам нужно выбрать режим «Личный». Вот туда заходите и выбираете режим «Личный». Выбрали. И сюда ставите ссылку, куда вы хотите ваших партнеров привести, подписчиков. На ваш Инстаграм-профиль, на ваш Ютуб, на ваш ТикТок, на ваш Телеграм-канал, Телеграм-группу, Телеграм-бота. Да неважно, куда вы хотите, на ваш сайт, на ваш лендинг, на вашу автоворонку. Вот сюда вшиваете вашу, ставите свою ссылочку. Именно режим агрегатора «Изменить», ставите «Личный», и сюда открывается это окошко, в это окошко выставляете, куда вы хотите перенаправить трафик. И, например, я ставлю, например, ссылку на свою страничку. Вот ставил и нажимаю «Сохранить». Все. То есть таким вот образом, вот у меня такие странички. То есть просто в лоб ничего не продавайте, там, купи-купи, там, или регистрируйся в компанию, этого ни в коем случае не делайте. То есть сделайте какую-то страничку с бесплатностью, с подарком, какой-то интересный, яркий образ, офер какой-то в виде странички, в Телеграфе можете сделать, или можете в Телетайпе сделать, это все бесплатно, это все быстро, за 2-3 минуты делается. И вот такие странички привязываете к вирусным видео. Например, там вирусное видео, там как, например, я сейчас покажу, ну вот такие вот странички, чуть дальше покажу пример. Вот, например, там трафик, он нужен всем, тема трафика в интернете, она всех интересует. Вот такие странички сделали, все привязали, и вы, люди смотрят ваш контент, который вы отправляете, потом закрывают, им всплывает вот это окошко. И если людям это интересно, то часть людей перейдет на эти странички, и часть людей будет кликать на ваши ресурсы, то есть вы будете получать трафик. Переходы будут, клики будут, вы получаете трафик, хороший трафик,
Это бесплатный трафик. Вы ничего не сделали, но получаете трафик. И вы видите статистику по тому, сколько было переходов, как я вам выше показывал. То есть сервис Global Seller позволяет видеть сквозную аналитику по переходам, откуда они зашли, когда они зашли, с какого устройства. То есть вот все, три в одном, ребята. И что еще? То есть вам нужно будет что сделать? Вот здесь ребята правильно подсказывают, Леонид Матусов, он правильно говорит. Сразу ставьте режим переход по кнопке. То есть это гарантированно перейдут на ваш ресурс, на вашу страничку. Но надо экспериментировать. Где-то тайминг ставьте 5 секунд, где-то 10 секунд, где-то переход по кнопке. Но я обычно вот этот таймер ставлю, режим переход по кнопке, и выберите режим личный агрегатора. Нажимаете сохранить, все, ваша история начинает работать и начинает приносить вам дополнительный трафик. Как вы можете находить вирусные видео? Заходите в поисковые системы Яндекс, Google, YouTube, набираете вирусные ролики. Например, вы занимаетесь кулинарией. Вам эта тема нравится, вам она заходит. Вы заходите, находите блогера, фудблогера, который продвигает, делает вкусные торты. Набираете вот 3,5 миллиона просмотров. Просто берете, копируете это видео. Не закачивайте на свой YouTube-канал. Это вам не надо делать. Это авторское видео. YouTube вам может страйк кинуть, или автор, это же авторский контент, может пожаловаться. Просто копируете, берете ссылку на это видео, сокращаете ее у себя в сервисе Globox Web, ставите режим переход по кнопке и в режиме агрегатора личный вшиваете свою ссылку. Например, у вас курсы по тому, как печь вкусные пироги, или курсы, как да, там, вы продаете какую-то книжку по кулинарным рецептам. То есть вы, это релевантно должно быть. Это не должно быть, что вы продвигаете тему криптовалюты, а привязываете по кулинарии или по тому, как воспитывать, обучать маленьких двухмесячных щенков. То есть релевантно. Если кулинария, то по направлению ваша воронка, ваш контент должен быть по кулинарии. Если криптовалюта, то же самое. Берете топовых криптоблогеров, берете, копируете там их ролик с миллионами просмотров и к нему прикручиваете свою воронку, например, на ваш криптокурс, или там вы трейдингом занимаетесь, или вы занимаетесь там заработком на IDO, на ICO, то есть вы делаете вход в воронку вот таким вот образом. Просто используйте силу и популярность блогеров для себя, для своего бизнеса, и это бесплатно. Единственное, здесь вам нужно моделировать связки разные, да, то есть креативы, странички ваши интересные, чтобы материал был не унылый, чтобы странички ваши были яркие, красивые, интересные. Вот тогда у вас будет конверсия, тогда все четко у вас будет работать. Вот таким вот образом, ребята, в принципе, вы можете спокойненько получать дополнительный трафик на свои ресурсы, на свои соцсети, на свои мессенджеры. И еще есть внутри реклама, внутри сервиса. То есть, например, у вас по партнерской программе 8 уровней в глубину. По факту там может быть десятки, сотни тысяч людей. У меня на сегодняшний день в структуре на 8 уровней там почти 460 человек. И есть раздел «Добавить свою рекламу». Вы можете здесь спокойненько прикрутить свою рекламу и показывать рекламу на ваши интернет-магазины. Если у вас там какая-то услуга или вы там какую-то акцию делаете, не обязательно бизнес Globox Web, это ваш бизнес. Вы на всю эту структуру огромную можете бесплатно круглые сутки показывать свою рекламу. И вы видите, что вот я здесь взял ролик, там 502 тысячи долларов, и подписал Олег Григорьевич Пермяков. Вот 35 переходов. Ни копейки, ни цента я не заплатил. Я получаю переходы на свой YouTube-канал. У меня за счет этого растет YouTube-канал, новые подписчики. И это все из воздуха. Это все ниоткуда, ребята. Понимаете? По факту мы делаем деньги из воздуха. Understand? Ребята, как вам эта история? Поставьте девяточки, ребята, что вот эта история вам зашла, что вы начинаете понимать, насколько это просто, насколько это круто. Супер, отлично. Вот этот сервис, палочка-выручалочка, он практически бесплатный. $33 есть у всех. И вы можете вот на этой истории, ребята, очень много постоянно зарабатывать денег. Поэтому, друзья, добро пожаловать в нашу классную, крутую
очень денежную историю, которая называется Globox Web. Я желаю, чтобы вы сегодня, если вы еще не приняли решение, связались с человеком, который дал вам информацию, возьмите у него ссылку, зарегистрируйтесь, найдите $33 и начните бизнес. И я хочу, чтобы много было историй, что вы заработали первые $5, $10, $50, $100, $200. И поверьте, вам очень повезло, вы счастливчики, потому что про этот сервис знает всего чуть больше 2000 человек. 400 миллионов пользователей русскоязычных Рунета об этой истории еще не знают. Мы только-только начали раскручивать этот сервис, и мы в 1%. Любой продукт развивается по схеме 1-9-90. То есть 1% забирает 99% рынка заработка, снимают сливки по факту. 9% они тоже хорошо заработают, а оставшиеся 90%, ну, они будут там шибать по несколько долларов через несколько лет, будут мало зарабатывать. Поэтому не будьте в этой истории, как в истории с биткоином. В 2009 году мы могли на несколько долларов купить несколько килограмм биткоинов. Но мы сказали, это фигня, это просто лохотрон какой-то. Да? Когда эфир стоил 10 центов, мы тоже говорили, это полная фигня. И мы понимаем, что мимо нас прошли крутые возможности. Вот сейчас это та история. Не пропустите свою возможность, которая называется Globox Web. $33. Даже если этих денег нету, начните с бесплатной версии. 4 человек пригласите, заработайте первые $10-40, активируйте свой пакет и начинаете зарабатывать на 8-уровневой партнерской программе. Зарабатывайте на бинаре. И активные ребята, здесь есть бинар. А в бинаре важно занять место. Важно занять место, потому что под вами могут быть активные ребята, которые выстроят огромные структуры. Поэтому прямо сейчас зарегистрировались, оплатили, активировали и полный газ, ребята. Все у вас получится, мы рядом. Олег Григорьевич, наш вышестоящий долларовый миллионер в MLM-бизнесе, наш наставник. У нас очень много крутых спикеров. Посмотрите, как они классно делятся информацией, как они четко, грамотно подают вот эту историю. И мы хотим, чтобы вы были следующей историей успеха, чтобы у вас было много денег, чтобы вы наконец-то вот вздохнули. И, возможно, для кого-то это будет именно основным бизнесом. И вы будете каждый день на пассиве получать 2, 5, 10, 50, 100, $200. И заработок у вас будет 5, 10, 20 тысяч долларов. То есть вот эта история абсолютно возможная. Поэтому, ребята, всех благодарю. Всем желаю удачных выходных. Всем профита и всем пока.